нужна ли мне эта рука в 4 годика? Она не бубовая, братан. Думаю, иногда можно. В дипах. Хотя тут такие дипы для антестов, это фактически 100 ББ стейки, то есть это вообще математика. Поднимаешься через свой, заходя на лимит ниже, типа на 500 и разрываю кабина. Нет. Во-первых, типа там ЕВ в этом невероятно мало. Это первая часть. Ох, барон решил поссать меня на ебальник. Во-первых, в этом ЕВ типа мало. Во-вторых, там типа у меня одно время, год, который там типа один из лучших, по-моему, год в Корее, когда я катал за 1к. У меня там вышло то, что я там типа на за 500 откатал в 0 ББ на 100, типа 0.06. При этом на за 1к я был там типа топ-винером, причем с запасом, потому что я был большим винером, чем хомхантер, на суке. Я даже не уверен, что мне, если честно, валет-дама здесь пролезает. Типа, если там есть какая-то часть блефа, то она пролезает, окей? Пошли просто майнить флоп, ибо для выставления. Здоровый нокер, часто стримить планируешь? Покер точно нет. То есть, типа, если вы собираетесь подписаться для того, чтобы не пропустить покер, лучше этого не делайте. Типа, я его сделал в качестве, скорее, исключения какого-то. Точно часто стримить я не буду. Особенно покер, то есть, и даже обычные игры. Ну вот сейчас, блядь, начинается нахуй старая добрая история, которая называется, блядь, инвока намотала вот бляда банк. Как намотаться с валет дамой за банк 7200? Типа, иногда у тебя типа, на какой-то улице, у тебя типа на черне появляется вопрос, какого хуя я сюда вдонатил 7200, ебать? И я здесь нахожусь, блять, на черне, ебать, не на моей текстуре, блять, в 5 бэтботе против барона. Что я здесь делаю? У меня вообще пуш имеет хоть какой-то потенциальный смысл? Да не особо. А на Иви ты хочешь сказать себе спасибо, инвок, то что ты намотался в этот мод. На самом деле его розыгрыш не похож на то, что я сейчас что-то бью на Иви. У него диа поделен на два вариации, которые я бью и которые я не бью. У него, возможно, какая-то либо король-дама, либо флеш на туз-хай какой-то, типа, низком, типа, туз-5-4, либо блеф. Я не думаю, то, что он мне с тузами, типа, даже по масти, дал бы такой ролл-плей на терне, типа, блядь, играй со мной в свою игру, которую ты хочешь. То есть, типа, дама, на самом деле, я почти уверен, что она ничего не изменила. Ну, еще, да, у него есть, конечно же, какие-то там, типа, рандом-блефы, но смысл примерно такой, то, что дама ничего не изменила. С учетом того, что, типа, как я понимаю, диапазон барона, а я считаю то, что, типа, я барона знаю лучше, чем его собственная мать. Это, типа, это моя гордость. И я считаю то, что она, ну, эта дама ничего не изменила в диапазонах. Либо изменил это буквально на 10% разницы. Я был прав.